Всем привет-привет! Это новинки плюс заказ на отпуск. Мы собираемся в отпуск, ну, честно, если на интенсив, но посетить будем кучу отдыха и все самое-самое классное, потому что отдыхать мы тоже будем. Интенсив у нас занимает 10 дней, мы там будем 20 дней, поэтому все отлично. Итак, начнем с отпуска. Значит, во-первых, взяла себе несколько таких вот масок. Ну, мне примерно масочки на 3 раза, одна маска примерно на 3 дня, если я раз в день голову мою. Но иногда бывает, что я мою голову пару раз в день, а из-за того, что не могу соль терпеть на коже головы после моря. Значит, 200 мл, артикул 82.12, вот такую масочку беру, питательную. Это одна из самых-самых крутых питательных масок, когда вот волосы сохнут в море, сохнут на солнце, сохнут зимой под шапками, электризуются. Вот очень хорошо для пережженных блондиночек, как я, тоже очень-очень шикарно. Но сегодня вы увидите, какие у меня волосы, будем с вами тестировать новую расчесочку, вот эту будем тестировать все вместе. Быстренько сейчас перечислю то, что я с собой возьму. Итак, значит, второе, 160 мл с артикулом 18.82. Очень крутая маска, глубокое восстановление, она восстанавливает материю, питает, возвращает волосам силу, блеск. Тоже ее очень люблю, цвет, вкус, запах очень приятный. Дальше взяла с собой такое вот молочко с алоэ вера, молочными протеинами, гипоаллергенное. Оно идет с алоэ вера и молочными протеинами. Артикул 86.90. Жиденькое, беленькое, приятненькое, клевенькое. Буду, когда в отпуске, показывать, рассказывать. Пустые баночки сниму. Итак, вот честно скажу, я в это не верю. Вот такая вот антиреклама. Но мне очень понравился состав. Безумно. С артикулом 25.06 я беру с собой прямо H3 на 22 дня. H3 крема я беру с собой. Он идет как укрепляющий крем для бюста. Он создан для восстановления формы и сохранения упругости кожи благодаря действию экстрактов водорослей ламинария, органического зеленого чая, облепихи. Кожа разглаживается, подтягивается и обретает тонус. Активный комплекс масел, раскоп пшеницы, миндаля, авокадо в сочетании с растительным витамином Е укрепляет, регенерирует и повышает эластичность кожи. Так вот, я хочу это не именно на бюст, а хочу это для всего тела. Вот такой вот желтоватый крем. Очень-очень приятный. Я попробовала. Видите, он сначала как мазь. Вот как мазь. Да, вот он. Такой вот интересный. Я вроде бы посмотрела, никакой липкости, ничего нет. Мне очень понравилось использовать его. И как крем после бритья тоже очень понравилось. Прям очень. Запах у него, ну, вы знаете, ну, прям никакой. Я запаха не чувствую вообще. Если честно, вот прям 3 штуки с собой беру. Вот он уже впитался, и ни липкости, ничего на руках нету. Мне понравилось. И после бритья мне им понравилось пользоваться. И также понравилось мне очень то, что он идет 75 мл, не совсем маленький. И я его буду наносить на абсолютно все тело. Я, ну, если честно, в эту муру не верю. Но может, оно и правильно. И, конечно же, тут идет 97% натуральных ингредиентов. Я помню, я его заказала в BSC год, наверное, назад. Ну, когда вот BSC к нам присоединился, я сразу сделала заказ. После того, как я сделала заказ, мы месяца 2 еще его ждали. Помните, да, все вот этот вот ажиотаж на новинки, на кучу новинок. И вот тогда я его распробовала. Я намазала бюст, то намажу, то нет, раз в неделю, то нет. А потом взяла и намазала на все тело. И мне очень понравился эффект. Я утром встаю, думаю, боже мой, какая кожа приятная, ничего к ней не липнет. Такие ножки классные, такие ручки классные. Думаю, о. И тут я на него наткнулась. Он стоит 300 с чем-то рублей. Вот 75 мл, он не дешевый. И я так поняла, что он прям антивозрастной, подтягивающий. Почему бы на море, когда мы слишком часто моемся, кожа теряет влагу, кожа где-то поджаривается, где-то пересыхает. Чаще мы пользуемся бритвенным станком. Я сейчас начала ходить на электродепиляцию, и теперь мне шугаринг вообще нельзя. Вообще от слова совсем. Ой, ребята, знали бы, какое-то длинное дело. В общем, ну я начала ходить. И, конечно же, вот этот кремушка шикарный, просто шикарный. Мне приходится, ну, раз в 3 дня подбриваться. Везде, все тело. Вот мне понравился эффект, я прям довольна. Полностью закончился у мужа гель для бритья. Я взяла 10 штук, сюда поставила 2, потому что, ну, некуда. Артикул 27.16, 100 мл. Умывалку я с собой беру от гиалуроники, буду ее тестировать. Это новая новинка этого каталога. У меня сейчас в руке каталог 14, но я думаю, она тут есть. Умылась я ей всего 3 раза, и я вам могу сказать, что она мне понравилась. Кожа мягкая, приятная, очищает хорошо. Косметику смываю
бывает круто. Все нормально, она идет 150 мл, артикул 2820, запах у нее. Написано гелеобразная текстура, действительно так, но она еще и хорошо пенится. Ну вот сейчас посмотрим, потечет она у меня, не потечет, но вот потекла тогда, лениво. Вот это и есть гелеобразная текстура, запах такой сладковатой свежести, очень приятный. Эффективно очищает кожу, бережно удаляет макияж с лица, да. С глаз и губ, ну понятно, благодаря мицеллам как раз все это и происходит на высшем уровне. Также в составе идет гиалуроновая кислота, которая способствует увлажнению кожи. 28-19 артикул, 150 мл. Прям вот пока что рекомендую. Возьму ее с собой, посмотрим, что к чему, что и как. Мне понравилось, прям очень. По поводу вот этих новинок хочу сказать, что сниму как только так сразу. Буду заказывать все, но юбки такой длины мне не подходят. Я вам сразу говорю, я не буду такие короткие юбки брать, это не под мою фигуру, но на самом деле закажу все новинки, какие есть, какие будут представлены. Стартовая программа к нам вернулась для новых покупателей, поэтому знайте об этом. Вот. Ну и что ж нам подарят в 14-м каталоге? Ого! Угу. Так, это у нас будет Zero формула для ультралегкого покрытия. Кстати, хорошие у меня все тоны есть. Даже могу обзор сделать для вас этой пудры. То, что будет дариться. Далее, вот такие вот обалденные точилки. Так, артикул 9207. Они мне нравятся тем, что я могу точить и толстые карандаши, и тонкие карандаши. Вот сейчас с вами, в принципе, ну, как будет попадаться, посмотрим, как будут точиться наши новые карандаши вот этими точилками. Я ее не убираю, кладу, взяла две штучки, потому что я куда-то потеряла предыдущие. В дорожку зубная паста ребенку 51-12, безопасно для проглатывания. Это зубные пасты нам и в дом, и с собой. У нас будет три номера, три деревянных домика, таких очень скромных. Мы ничего не могли найти, и вот три очень-очень скромных деревянных домика. Поэтому вот сила минералов — это Катюшки. Зубная паста, можно, в принципе, открыть. Вот она такая. Вот знаете, я не помню, термоядерная она или нет. Да, вот эта зубная паста мне не нравится. Она термоядерная. Как раз то, что любит моя дочь, и то, что я терпеть ненавижу. Артикул 2247, 75 мл. Ну, серьезно, я прям рта не чувствую, когда чищу. Она прям очень, ну, лично для меня мятная. Кто-то со мной, помню, в комментариях по поводу этой пасты спорил, что она не такая уж сильно мятная. Я преувеличиваю. Для себя, вот, мои ощущения, я, ну, никак в априори преувеличить не могу. Я рассказываю то, что подходит мне. На свете миллионы людей, и у всех миллионы носов, миллионы типов кожи. Вот. Дальше живица кедра. Взяла побольше. А, это не живица кедра. Взяла побольше. Это моя любимая паста. Ну как, вторая по любимости. Первая любимая у меня для снижения чувствительности. Вот она, видите, такая зелененькая. Она, кстати, вкусненькая. Мне очень понравилась. Она не то чтобы травами пахнет, но она нежно такая мятная. Тоже, видите, такая гелевая, приятная. Пенится хорошо. Все нормально. Очень экономная. Артикул 2244. И вот эту зубную пасту, да, я взяла в третий номер. Кислородная профилактическая с корой дуба. Там человек, которому она нужна. Такая вот, видите, беленькая. Вот такая вот хорошенькая. Тоже пенится все хорошо. Сколько вот раз заказывала, столько раз и хвалю зубные пасты от Faberlic. Смотрите, набор массажеров Суджок. Могу сказать, что это супер вещь. Когда мы начали ими заниматься, Викуся, ну, конечно же, не только из-за массажеров, но все-таки они сыграли немаловажную роль в комплексном подходе. Викуську. Занимались мы с ней, и, в принципе, я их покупала еще маме, так как у нее сахарный диабет, и я их брала для мамы, чтобы она ими занималась, но она ленится. А у Викуськи вот это вот колечко уже как бы расслабилось. Одно из колечек — это вот так вот массировать пальчики, туда-сюда катать, это очень полезно. Сидеть, перебирать. Вот у меня такое колечко тоже есть свое собственное, но оно тоже уже как бы расклябалось, растянулось. Вике не очень нравится вот это вот все дело делать, хотя это безумно полезно вот таким образом. И она его просто растягивала, и оно уже потеряло свои свойства, свою форму. Но на самом деле этого колечка нам хватило практически на 2 года, а стоит он не так уж и дорого, поэтому я считаю, что это вот прям ерунда ерундовая. А, обещала вам наклейки осенние, но пока не стала делать из-за того, что, ну, не в тему будет. Такие ощущения приятные всегда. Вот так, как будто пальчики, вот знаете, вот, ой, приятно. Набор массажеров Суджок. Здоровье как стиль жизни. Они идут в состав. Это кольцо, нержавеющая сталь. Шары идут из пластика, и внутри этих шаров магнит. Очень хороший набор, прям суперский набор. Стоит недорого. И тут написано, какие точки
девочки за что отвечают. Массируя руку вот этим вот шариком, мы, получается, прорабатываем половые органы, мочевой пузырь, матку, яичники, толстую кишку, тонкую кишку, слепую кишку, почки мы прорабатываем, желчный пузырь, печень, поджелудочную железу, желудок, селезенку, сердце, легкие, бронхи, гортань, ухо, мозг, глаз, рот, 12-перстную кишку. Вот он, список. Пожалуйста, посмотрите, вот он, вот так вот я вам сфокусирую. Поставьте на паузу, почитайте, штука обалденная, пусть и стоит недорого. Большой магнитный шар – это ступни ног, а маленький такой вот магнитный шар – это кисти рук и массажное кольцо, как на пальцах рук и ног оно применяется. Это все развивает моторику. А вот этот шар вы кладете, может быть, на коврик на какой-то и начинаете вот так ногой катать, катать. И он не сильно колючий, он, конечно, колючий, после него горит все, но нога так не чувствует, как руки. Ногой это будет не так чувствительно. В общем, такой вот шикарный набор. Я заказала два, потому что воспитатель пользуется одним во время занятий с Викой, Вика другим. Она на своем примере показывает. И вот оба набора, какие-то они стали не такие. Вот и 11.034 я взяла две штучки. Обратите внимание, покупать своим деткам и себе любимым, дорогим. Особенно вот свекрови, почему я брала его, она им что-то вот не стала пользоваться, она не чувствует руки, у нее диабет. И она опять-таки руки не чувствует. Я говорю, мам, ну надо же, ну надо же. Нет, да, и все. Далее. Ну, во-первых, это было и по акции, и, во-вторых, мы этим пользуемся. У нас это закончилось, и я заказала новенький антистресс-эссенцию. Давайте с вами посмотрим форму выпуска. Это такой стеклянный флакончик, вроде бы стекло. Да, стекло. И вот такой вот маленький шариковый, такой вот железный аппликатор идет, или как его назвать. Вот это маслице. Очень такой яркий аромат мелатонина. Когда у нас свекуська перевозбудится, мы уже знаем, что нельзя ни в коем случае пропускать применение этого дрим-терапии. Мы ей мажем чуть-чуть под носиком, за ушками, в зоне ключицы, наносим и все. И ребенок начинает успокаиваться. Но оно дает не то, что усыпительный эффект, нет, оно дает эффект счастья, может, какого-то, вот какой-то радости, таким вот образом. Далее, такой вот спрей еще мы взяли. Артикулу спрей 2559 взболтали и вот таким образом распыляете. Вот он такой вот обычный прозрачный. Аромат очень приятный. Также его можно наносить и на постельное белье. Это идет как расслабляющий мист для сна, который содержит ароматическую композицию. И она разрабатывалась в течение 7 лет и была протестирована в Англии. Помогает погрузиться в сон, улучшает его качество и делает пробуждение бодрым. Вот такая вот прикольная штука. И мы тоже, особенно вот начали с первых дней школы, Викуся стала вся такая, знаете, взбудораженная, что просто кошмар. Мы решили, нет, мы будем этот спрей применять, пока она не будет хорошо ложиться спать. Так, 50 штучек салфеток детских с артикулом 1798. Кто смотрел мою распаковочку в Телеграме, Телеграм-канал в инфобоксе под этим видео, подписывайтесь. Там я уже давным-давно сняла и сводчи, и все это показала. Поэтому, кто еще не подписан и хочет увидеть новинки прям день в день, как они ко мне приходят, пожалуйста, подписывайтесь на мой Телеграм-канал и всегда будете в курсе событий. Далее, это было по распродаже. Конечно же, я кликнула, мне очень нравится. Все-таки они остались моим must-have'ом. Я это все попробовала, и вот это мой must-have все-таки. Сразу же оговорюсь. Почему? Потому что оно застывает, замерзает. Это не надо закреплять тенями, потому что он уже сам по себе как бы, ну, классный. Классный. С ним, конечно, не покупаешься, он потечет. Артикул 5791, это подводка маркерная. Ей удобно. Ее, ну, во-первых, ее не надо точить, но ее где-то надо раз в полгода менять. Ну, неважно, есть она у вас там еще, нету. Ее надо менять раз в полгода. Такой вот фетровый наконечник. Можно тоненькую линию сделать, толстую, какую вам захочется. Конечно, я ее прям обожаю. Но запакуют так запакуют. Артикул 5689. Это у нас идет синяя подводочка. Такая же. Давайте толстый слой сделаем. Тоненький. Вот такая вот подводка. Ну, она такая, знаете, матовая получается. Вот тут пока она влажная. Она вроде бы поблескивает. Но на самом деле, когда она высыхает, она нисколько не блестит. И она такая, знаете, темно-темно-синяя. И мне вот такой именно темно-синий мне очень-очень нравится. Потому что все-таки ресницы, брови у меня такие тоже темно-серые, и мне не надо, допустим, светлого какого-то оттенка, поэтому темно-синий это самое-самое то. Далее у меня закончился, да и срок уже открытого вышел, тут же есть открытый срок, целый год. У меня
больше года они были открыты, и они уже полупустые. Вот тут, к сожалению, на самой упаковке, что вот на этих новинках, нету артикулов. Очень неудобно. Артикул 6420. Это у нас идет консилер для лица. Называется «Твой бьюти-фильтр». Почему мы его любим? Он наполняет кожу здоровым сиянием. Мне нравится вот этот свежий оттенок. Он реально очень свежий, такой вот розовый, приятный. Видите? Прям такой розовый-розовый. Он очень хорошо растушевывается. Он шикарно, просто шикарно перекрывает все недостатки. Ну, немножечко, конечно, придает блесточек на лице. Слегка есть, но держится хорошо. Он мне понравился. Как-то бы, чтобы он высох-то побыстрее. Он хорошенький. Взяла пару штук. Один не буду открывать. Текул абсолютно идентичный. 6420. Этот пойдет в запасники. Этот я уже им сейчас начну пользоваться. И в поездку уже его с собой возьму. Далее. Парфюмерная вода Renata Secret. Долго ждала выпуск этой серии. Потому что у Ренаты несколько выпусков серии. Артикул 3331. Если маленькая коробочка у нас с вами появляется от полноценной версии, значит, парфюмерная водичка зашла и довольно так хорошо зашла, потому что начинают делать 30 мл, 15 мл версии. Я могу сказать, что это свежесть и тяжесть 2 в одном. Это действительно секрет, это свежесть, сладость, тяжесть. Что-то зеленое есть, ноты какие-то, но больше ноты сладкие. Такая вот вода, которая мне понравилась, я ей какое-то время пользовалась, потом она мне надоела, я не захотела ей пользоваться, а потом снова начала нравиться, и вот сейчас, мне кажется, прям хочется взять ее с собой. Водичка создана Ренатой Литвиновой, это шикарно. Далее пойдемте с вами место освобождать, это солнцезащитки SPF 50, есть артикул 2783, есть 2780, SPF 30, 2783, SPF 50, 2780. Что могу про них сказать? Все до единой мне нравятся тем, что они не оставляют следов на одежде, они отлично впитываются, блеск от них идет не сильный, защита шикарная, они не смываются, ой, вот видите, он такой вот желтоватый, они не смываются в воде. Когда вы его наносите, вроде бы долго втирать приходится, ну, как, в принципе, все SPF-ки. Он не такой жидкий, как вы заметили, да, по консистенции. У него практически нет никакого аромата, есть какой-то, знаете, еле легкая уловимая сластинка, но для меня не сильный это аромат, мне его хватает на день. Я его, допустим, с утра перед экскурсией нанесла, повторно я его наношу только на лицо, потому что лицо потеет, я его протираю, ну и, понятно, снова наношу после того, как протерла. Чем хорош? Он защищает от солнечных ожогов, от пигментных пятен, вызванных солнцем. Препятствует появлению морщин, пигментных пятен, вызванных солнцем. Делает кожу увлажненной, более мягкой. Эта SPF-ка еще и ухаживает за нашим телом. И она идет от широкого спектра лучей. Вот видите, не только от солнечных, но и, в принципе, ото всех. Даже можно за компьютером сидеть, пользоваться. Вот это мне в этом креме и нравится. Поэтому я взяла и SPF 30, это под конец отпуска, и SPF 50, это на начало отпуска, и наши викуськи. У нашей викуськи еще ветелишка, поэтому мы ее смазываем часто и много. Далее шампунь-бальзам Викин 26,90, малинка. Потом гель для душа 3+, тоже он идет, 26,89, тоже малинка. Яркие, приятные, крутые ароматы, очень нравится. Очень мне понравился от BSC. Вот видите, кто-то BSC ругает, а я прям кайфую с него. Видите, какой желеобразный, приятный гельчик. Ой, очень вкусно пахнет, гельчик для душа. Ну, свежесть такая легкая, приятная, не бьющая нос. 24,32, крем-гель для душа, тропический релакс. Дочке взяла шампунь очищающий для жирных волос. У меня есть, но дочка к нам обратно домой приехала. И вот с артикулом 0191 для дочери я заказала шампунь. Далее еще вот такой шампунь 400 мл. Глубокое очищение, увлажнение, тоже для жирных волос, 400 мл. Катюшке он очень нравится. Себе я взяла один-единственный шампунь. Это укрепляющий шампунь для всех типов волос. Камелия, мне он понравился. Вообще, вот, ну, не придраться. Вот шампунь, как шампунь, хороший. 79,26. Он такой светленький. Такой вот, ой, обратно усосала. Такой вот жемчужный, очень красивый, с очень приятным ароматом. Далее, у нас полностью в семье Конус закончился гель для душа. Гель для душа мицеллярный, 86,59 с алоэ. Гель для душа с артикулом 83,91, роскошная мягкость с миндалем. Гель для душа 79,73 с персиком, молочными протеинами. Все они такие вот свеженькие, легонькие, жиденькие, пенятся хорошо. И запахи у них яркие такие, сочные, насыщенные, очень-очень приятные. Даже вот у этого запах, ну вот вы знаете,
Ну, у него больше нежный, но тоже алоэ очень сильно пахнет. Далее Iceland. Это у нас идет Исландия. Артикул 17-19. Бали. Артикул 17-15. Мексика 17-18. Это нежный сладкий. Это такой более кислый. Это более такой унисекс. Это у нас идет, ну вот манго, прямо манго. Банана, это багамы, такой, знаете, кисловатый, насыщенный, 17-20. Вот, ну и самый-самый мой любимый гель для душа, это 400 мл, артикул 25-47, вишневый цвет и хлопок. Обожаю этот, обожаю его, просто обожаю, но одним и тем же тоже мне вот, например, надоедает. Так, значит, трусики-боксеры мужу с 70% скидкой, артикул 834-684, размер XL, клевые, классные. Могу сказать одно, сколько мы их не носим, шикарные. Видите, какие серенькие, хорошенькие, резиночка, все как бы замечательно и великолепно. Все прошито, все шовчики, все супер. Две пачки ночных прокладок, две пачки дневных прокладок. С 70% скидкой я взяла патчи артикул 0946, 60 штук, как обычно. Вот, кстати, недавно я их подарила девчонкам, они звонят, говорят: «Анюта, нам еще таких продай». Я говорю: «Неплохо, я беру по 510 рублей, в каталоге они стоят намного дороже, 70% скидка, 500, по-моему, 10 или 560, в общем, боюсь соврать». Далее, что я еще взяла по распродаже? Веси, классная штука, комплекс «Сильный иммунитет». Тут идет омега-3, в принципе, который мне все время прописывает врач, и плюс еще два ингредиента: оксариловые кислоты, кафтаровая, хлорогеновая и цикориевая. Такие вот классные кислоты, поэтому я решила брать сильный иммунитет вместо омеги, сама пить. Дочке омегу-3 Форте мы сейчас заказываем, а нам вот это вот с мужем. Артикул 208-113. И вы не поверите, комплекс К2-Д3, который я все время брала за 1481 рубль, по распродаже BSI был за 740 рублей. 740, это еще круче, чем до этого, поэтому я взяла очень много баночек. Я снабжаю и родителей мужа, и своих родителей, сама пью, и обе дочери пьют, и муж пьет. Артикул 208-115. Я взяла, по-моему, 30 штук. Да, 30 штук или 50. Нет, все-таки 30. Далее, чаи по распродаже были. Я думаю, блин, точно, чаи же заканчиваются. С артикулом 16-034 взяла чай с ломтиками ананаса, апельсина и какао. И также я взяла 16-034. А, так все одинаковые, значит, я взяла. Но это мой самый любимый, поэтому только так. Ну и последние перед новинками, как обычно, пакетики. С артикулом 781-117 маленький. С артикулом 781-120 побольше. В дорогу вообще отличные пакеты, крепкие, крутые, супер. С артикулом 781-122 такой вот зелененький. Чаще всего мы используем его. А если мы едем к родителям и набираем полные сумки продукции в подарок, то артикул 781-124 такой вот фиолетовый. Так, все, 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 все. Сейчас я вам кое-что покажу. Снимаю продукт, скидываю на диван. И тут такая кошка. Алис, как твои дела? Тебя завалили, да? Тебя завалили. Ой, не могу, смешная, смешная. Так, дорогие мои, мне кажется, что это слишком будет длинное видео, если я все помещу в один ролик. Поэтому я сейчас прекращаю этот ролик и начну снимать новый. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео.